Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я анонсирую вам свой будущий ролик. Как всегда я говорю, Херсонщина – это рай на земле. И тому подтверждение – место, в котором мы побывали. С незапамятных времен здесь жили люди. И по-разному называлась эта местность. В былые времена это был городок. А сейчас это село Станислав. И согласитесь, это очень красивое название, а зовется оно так уже более 200 лет. Расположено село на правом берегу Днепровского лимана, в 26 километрах от районного центра, то есть Белозерки, и в 40 километрах от областного центра, то есть Херсона. Население около 5000 человек. Местность, где находится Станислав, была заселена издавна. Об этом свидетельствует выявленное на территории и близ села поселение эпохи Бронзы. Уникальна и природа Станислава. Здесь вы увидите и безбрежный Днепровский лиман, огромнейшее хранилище Днепровских вод, впадающее в Черное море, и скалы, и уникальную флору и фауну. Удивительное, красивейшее место, практически невиданное и не запечатленное объективом туриста. Об этом подробнее в моем следующем ролике. Как вы понимаете, над ним надо еще потрудиться. А пока я не могла не показать вам хоть немножко этой красоты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все лучшее нас ждет впереди. А я вас люблю, целую. До новых волнительных встреч!